Протеже, Хюрем, рад вас видеть. Все в порядке? Я принесла добрую весть, повелитель. Хочу вам сама сообщить. Я жду ребенка. Скоро у нас будет еще один шехзаде. Моя Хюрем, ты не можешь представить, как я счастлив, да хранит тебя Аллах. Александра. Лука! Лука, ты что, смерти своей хочешь? Повелитель, примите мои поздравления. Спасибо, Ибрагим. Я надеюсь, Аллах и вам пошлет здоровеньких детишек. Пусть дарует нам небеса мальчика. Иншаллах, иншаллах. Что за чепуха, Гюльшах? Как ты собираешься от Хюрем избавиться? Только прикажите, госпожа, а уж я найду способ. Не суй свой нос туда, куда тебя не просят. Я тебе запрещаю. Поняла меня? Госпожа... Замолчи! У меня и так сердце не на месте. Мне не нужны новые неприятности. Приказать художнику подождать вас? Скажи, пусть лучше придет потом. Какой художник? Ибрагим познакомился с одним художником. Он нарисует мой портрет. Мы повесим его во дворце. Отлично. Может быть, он нас вдвоем нарисует? Ты не против? Посмотрим. Сначала проверим, как он умеет рисовать. Повелитель занят гаремом. Приходите в другой раз. Что с тобой? На тебе лица нет? Ничего. Я много работал. Не спал. Тогда тебе надо отдохнуть. Идите, Матракчи. Пойдем. Кто эти женщины? Те, что приходили. Хатидже Султан, сестра повелителя. Она будущая жена Ибрагима Паши. А вторая Хюрем Султан. Хюрем? Да, она из ваших мест, из Крыма. Дочь священника. А теперь она в гареме великого хана Султана Сулеймана родила ему двух детей. А теперь и третий на подходе. Вот так. Судьба причудлива.
Хюррем. Не пугайтесь. Уже лучше. Мне вдруг стало больно. Все хорошо. Что с тобой? Ты должна помогать госпоже. Ты обязана ей прислуживать. Я уезжаю из дворца. Мне грустно. Я хочу быть фавориткой, родить для повелителя. Перестань мечтать. Никогда не надо противиться судьбе. Я больше не увижу повелителя. Почему же? Увидишь? Ибрагим Паша теперь родственник султана. Султан будет часто приезжать. Ты уверена? Конечно, я уверена в этом. Но не надо обольщаться. Иди, работай. Что с тобой, Хюррем? Сынок пинается. Никак не успокоится. И вчера он не давал покоя. Я уверен, славный родится Шехзаде. Но сегодня большой день. Уже пора вставать. Сколько дней прошло? Свадьба когда закончится? Тебе праздник надоел? Конечно, нет. Просто я редко тебя вижу. Может, хватит? Не покидай меня. Сулейман, опять ты уходишь? Хорошо получилось. Хотя же понравится? Как считаешь? Мне бы понравилось. Это очень красивое колье. Мое самое дорогое сокровище – это ты. Что с тобой? Не беспокойся. Это нормально. Все в порядке. Ах, мой малыш еще не готов родиться. Не говори так. Ты уверена, что будет мальчик? А вдруг будет девочка? Будет мальчик. Нужно родить мальчика. У Махидеврана один сын. У меня должно быть два. Гюльниха. Александра, где же ты? Я не могу без тебя. Thank you.
Хатидже Султан такая счастливая. Свадьба такая роскошная. У меня никогда такой не будет. Но будет у Мехримах, я знаю. Ибрагим и Махидевран скоро уберутся из дворца. Они сгинут. Шахзаде на подходе! Остановитесь! У госпожи начались роды! Хатидже, иди сюда. Бейхан, Гюльфем, Махидевран, садись. Хюрем еще не приехала? Они позади нас ехали, госпожа. Нигер Калфа? Мне неизвестно, почему их нет. Они наверняка могли в толпе потеряться. Иди выясни. Повозка Хюрем вернулась во дворец. Почему? Кто приказал? Я тут ни при чем. Нигер Калфа. Выясни все. Я хочу знать, что там случилось. Я повитуху позвала, Хюрем. Она сейчас придет. Потерпи. Скорее, помоги. Ложись. Дыши глубоко. Я сейчас. Сейчас. Сулейман, где же ты? Папа, Мехмед почему-то с нами не приехал. Как не приехал? Сюмбюль! Повелитель. Хюрем Хатун не приехала? Я сейчас все разузнаю, повелитель, не беспокойтесь. Валиде Султан, возница только что прибыл. У Хюрем начались схватки, поэтому они вернулись обратно. Прикажи сделать все, что нужно. Пусть о ней позаботятся. Нигер Калфа ей окажет помощь, госпожа. Аллах, пусть у нее родится девочка. Помоги мне. Надеюсь, она не переживет эти роды. Тогда ваши слезы высохнут. Уже скоро. Терпи. Держись. Еще немного. Хюрем Султан. Нигер
Ниггер-Галфа! Я умираю! Куда все подевались? Где ты была? Госпожа, последние усилия. Еще, еще, еще! Кто родился? Это мальчик. Скажи мне, Гюльнихаль, Нигер. Госпожа, слава Аллаху, родился мальчик. Я благодарю Аллаха. Дайе, в этот день, надеюсь, ты обрадуешь нас. Кто родился? Госпожа, у Хюрем родился сын. О, великий Аллах! В один день ты послал мне столько счастья. Дай мне, сыночка. Госпожа, родился еще один шахзаде. Я верила, что родится сын. Ибрагим, у меня родился сын. Пусть все знают, что появился шахзаде. Палите из пушек. Повелитель, у нас двойная радость. Да пошлет вам Аллах долгих лет жизни. Спасибо, Ибрагим. Ты снова подарила мне сына. Аллах так велик, он благословит вашего сына. Молодец, Хюрем. Я счастлива, Валиде. Аллах всегда отвечает на наши молитвы. Вас зовут на церемонию наречения имени шахзаде, госпожа. Вы пойдете? Госпожа, им что, не жаль вас? Вам придется идти к ней на поклон? Надо следовать обычаям. Я вынуждена играть по этим правилам. Я пойду туда. Бережет его от сглаза. Я желаю ему здоровья. Спасибо, Махидавран Султан.
Великая Шахзаде именем моего покойного отца. Султан Селимхан был великим полководцем. Бисмилляхи рахмани рахим. Селим, Селим, Селим. Ля Илляхи Илля. Селим, Селим, Селим. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахумма джуля баран ва такен ва антабиху фил ислама набе. Да пошлет Аллах благословение. Аминь. Да пошлет Аллах счастье. Аминь. Аллах да одарит милостью османское государство. Аминь.